воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні ми з вами поговоримо про політологію трошечки. От, і в цьому нам сьогодні допоможе політконсультант, політолог, політтехнолог Лядишев Константин. От, я просто чому путаюся, тому що я насправді не дуже розумію, яка різниця між політолог, політконсультант, політтехнолог. Ну, ви себе, в принципі, характеризуєте як політтехнолог. Да. А чим це відрізняється від всього? Ну, по большому счету, об'ясню. По большому счету, вот лично себя я, ну, считаю в большей мере, наверное, все-таки социальным технологом, потому что если мы обратимся к истокам, да, то, что, собственно, собой политика являет, то мы получим определение, что политика – это общее дело. То есть это общее дело, которое касается непосредственно каждого гражданина. Если дело общее, соответственно, оно в каком-то смысле и общественное. И, соответственно, вот как бы социальные технологии. Если говорить конкретно между разницей политология, политтехнологии и политконсалтинг, объясню. Значит, политология заложена, собственно, тоже в терминах, да, то есть определив термин, и ты избежишь половины ошибок, как говорили известные философы. Значит, политология – это наука о политике. Кто такие политологи? То есть это те люди, которые получают профильное образование, не изучают историю там, политических наук, изучают историю политики. И по большому счету, что они дают? Они могут проанализировать, что происходит, какие имеются исходные там данные, могут это все как бы сконфигурировать и дать определенные прогнозы. То есть что если тенденции там, политические будут сохраняться, то результат будет такой-то, такой-то, такой-то. То есть это люди, которые могут сделать анализ, синтез и дать определенные прогнозы. А вот после того, как политологи, скажем так, дадут вот свои прогнозы и так далее, тогда уже в работу, когда подходит момент выборов, включаются политтехнологи, задача которых вот эти все тенденции прийти на конкретную территорию, это округ, это богатомандатный округ, это вся страна, и вот это все дело поломать. То есть политтехнологи... Поломать, мать на увазе... Ну, поломать, вот, должен победить какой-то конкретный кандидат. Да, а у политтехнолога стоит задача немножко другая, то чтобы победил альтернативный кандидат. И, соответственно, тоже приходится на территории, делается социология, замеры, социальные тенденции, то есть берется там какой-нибудь субъект политики, то есть это либо партия, либо кандидат, в зависимости, с кем мы имеем дело. И по большому счету что? То есть делается анализ, и потом уже составляется определенная программа действий. Вообще политтехнолог – это термин, который в мировой практике отсутствует. По большому счету во всем мире знает политконсультант. Потому что политтехнолог это термин, который возник на постсоветском пространстве. И разницы, по большому счету, между политическим консультантом и политтехнологом, ее как таковой, по большому счету, нет. Единственное, что у нас технологи это все-таки больше люди, которые занимаются практикой, а в мировой практике политический консультант это человек, который работает на уровне алгоритмов. То есть, когда клиент, который является заказчиком, который платит деньги, да, то есть он же является и исполнителем. И политконсультант, он тоже получает информацию, говорит, что делать. А уже дальше идет там партия или кандидат, то есть вот по своей системе штабов он реализовывает те алгоритмы, которые ему предлагает политический консультант. А политтехнолог у нас это просто человек, больше вовлеченный в практическую работу, в тактическую, стратегическую, иногда даже оперативную. От хочеться зрозуміти, політтехнолог – це більш така сезонна робота, я так розумію. Тобто є вибори, тоді політтехнологи, будь ласка, давайте нам допомагайте. Закінчуються вибори, там, що робити політтехнологам? Просто чекати наступних виборів чи чекати і сподіватися, що цей уряд там, чи ця Верховна Рада розпадеться, щоб частіше зверталися за допомогою до політтехнологів? Ну, смотрите, сколько политтехнологов, сколько, скажем так, вариантов договоренности, то есть, да, каких-то концептуальных соглашений, столько, по большому счету, и вариантов. Если мы говорим, в принципе, ну, в Украине, чаще всего, конечно, политтехнолог ассоциируется с человеком, который организовывает и реализовывает избирательную кампанию, да. Но на этом, по большому счету, не обязательно заканчивается. Да? То есть у грамотного политика, особенно тот, который когда-то имел власть, потом ее потерял, потом опять с помощью технологов, штабов, скажем так, восстановился. А вы с такими спецпрацевали, какие?
мали владу, втратили і хочеш знов повернутися? Ну, я как бы там так, чтобы аж проанализировать, что они там теряли, не теряли. То есть, ну, бывали такие, скажем так, клиенты, которые как бы теряли определенные позиции, потом хотели восстановиться, и как бы оно получалось. Вот. Но есть просто профессиональная этика, которая говорит о том, чтобы с конкретными клиентами их ситуации публично не обсуждаются. Вне эфира можно, как говорится, проговорить. В профессиональной среде это обязательно проговаривается после выборов. Но как-то вот не принято. В профессиональной среде есть какая-то такая этика? Ну, я до чого веду? От ми лікарів зачепили зараз. От я розумію так, у лікаря є клятва Гіппократа, тобто якщо людина вмирає, неважливо, немає значення, це гарна, погана людина, лікар допомагає. А у вас, у політтехнологів, існує щось таке, що от, немає різниці, гарний, поганий політик, але він потребує, він такий сумний, приходить до вас з такими очима, грустними і каже, мені треба допомога. Ви знаєте, що він вам не подобається, але політтехнолог допоможе чи не допоможе? Чи ви особисто як ставитесь до того, що... Смотрите, это зависит от каких-то моральных, скажем так, ориентиров конкретного политтехнолога. То есть политтехнолог, ну, не является каким-то там немає человеком, который вот, если к тебе пришел политолога. Какой-то там, допустим, кандидат куда-нибудь, то у тебя нету никакого там обязательства автоматически вот сразу соглашаться там и с ним работать. По большому счету, ну, любой кандидат это является как бы отдельный проект. И ты рассматриваешь, то есть тебе интересно с этим работать или нет. Неинтересно. Зависит же от уровня, от специфики, от территории, от степени занятости, в том числе там, политического консультанта и так далее. Сколько грошей у него? В том числе и сколько грошей, потому что, ну, существует такой миф, особенно он там характерный, я не знаю, там последние 5-7 лет, что, ну, избирательные кампании можно делать там с какими-нибудь бомж-бюджетами. Ну, как правило, это заканчивается достаточно плохо, и люди понимают, что надо было вкладываться, как-то посерьезнее входить после того, как они проходят. Поэтому тот вопрос, который вы задали, это вопрос морали. В моей практике были и политические партии, и кандидаты в президенты, которым я отказывал по своим личным этическим соображением. То есть для меня есть некоторые партии, с которыми работать, такой, знаете, некорректный термин, но западло. Угу. Разумел. А вы казали такие бомж-бюджет. Можете приблизно так, ну, на скидочку сказать, сколько, например, коштує, чтобы стать депутатом Верховной Рады або на президентские выборы, сколько витрачається грошей? Для того, чтобы полностью обеспечить избирательную кампанию на округе, если мы говорим об одномандатном округе, то по большому счету это речь идет не об 1 миллионе гривен. Ну, то есть нужно просто себе отдавать отчет. Раньше, может быть, это было бы меньше, но сейчас нет. Плюс сейчас меняют законодательство. Получается, теперь уже без политической партии ты, как говорится, баллотироваться не сможешь. То есть вход, ну, мы с вами в Украине живем и понимаем, что просто так ты туда не попадешь. Это раз. А во-вторых, зайдя на конкретную территорию, тебе надо там хорошо поработать и так далее. Вот, соответственно, то есть, ну, это далеко не 1 миллион. В принципе, если речь идет о президентской кампании там большой, то в масштабах страны это могут быть и миллиарды гривен. Непогано, непогано. Так что, мабуть, краще всего, чтобы дуже часто мы цих избирательных кампаний не робили, да? Ну, смотрите, дешевше будет. Нет, люди, ну, как бы, избирательная кампания – это тот период времени, когда люди могут включиться в процесс и где-то там как-то подзаработать. Часть платит государство, часть платят штабы. То есть, ну, люди положительно относятся к процессу избирательной кампании. Единственный момент, что, как бы, вот, ну, уже долгий период времени, то есть люди очень скептично настроены, они могут просто работать, чтобы работать, и им по барабану вообще на результат. Угу. Это есть. Люди имеют право. А вот... Враховуючи це, взагалі от, складно переконати людину, політика, що йому потрібен політконсультант. Тому що я впевнений, що деякі люди, які вже мають ну, достатньо грошей, вони дуже вагомі в нашому суспільстві, вони розуміють, ну я ж прийшов до цього сам, навіщо мені ще людина, яка буде мені зараз розповідати про те, як це треба робити, як ходити, як говорити, з ким спілкуватися, з ким ні. Есть такая в каком-то смысле проблема, что человек, который достиг определенных высот в политике, он считает, что ему по большому счету никто не нужен, и он во всем разбирается. Но если это грамотный политик, он прекрасно понимает одну простую вещь, что ну вот реально
Сейчас, вот даже если брать там систему избирательных штабов и так далее, то есть политтехнологи включаются в том числе для того, чтобы обеспечить технологический процесс. То есть, да, вот есть какие-то алгоритмы, какие-то действия, подтягивается какая-то та же, я не знаю, там, макулатура, хотя ее там, ну, очень обижаются кандидаты, когда их программы там и так далее называют, но тем не менее, то есть подтягиваются программы, происходят определенные действия, и по большому счету, вот вы себе не поверите, но могут работать тысячи людей, да, вот огромная пирамида там избирательного штаба, а до избирателя вообще ничего не доходить. То есть как бы структура, созданная сама в себе, она все перемалывает, как такой паразит. У меня бывали просто проекты, когда меня уже как бы в кризис-режиме десантировали на территорию, ты приходишь и просто понимаешь, вот есть такие как бы массовки, которые ходят там в фильмах, снимаются, и эти, у людей уже такая пирамида отработана, они просто целым пакетом, там 500, 1000 человек вообще без проблем заходят в штаб, и они приходят, кандидатам рассказывают, ой, там люди говорят то, ой, то, как бы всем разрешено, а ты делаешь контроль на территории, хоп, а там вообще ничего нет. То есть избиратель вообще не знает, что такая... Зато, принаймні, оця велика кількість людей, яка працює, вона точно проголосує за цього кандидата. Це ж теж непогано. Тоже не всегда. Иногда бывает даже такое, что люди там состоят в партиях, возглавляют какие-то партийные ячейки, а потом по результатам на конкретной участке может быть ноль. То есть все зависит от людей и от качества работы, как ты работаешь. Вот мне цікаво. Ну, добре. А вот ми зараз, в принципі, дуже так активно спостерігаємо за політтехнологіями, вони розвиваються. Країна, може, не дуже сильно розвивається, але політтехнології дуже розвиваються. Сильно відрізняється, скажімо так, кампанія предвиборча зразка 2004 року і кампанія предвиборча, яка от відбувається зараз. Є якісь інновації такі? Чи все, в принципі... Большую роль все-таки, хотя раньше это тоже имело место, то есть, ну, больше сейчас роль отыгрывает социальные сети, то есть, ну, там, количество пользователей и количество вовлеченности аудитории в 2004 году, допустим, это было одно, хотя вот если конкретно 2004 год, оранжевая революция, это тоже работало, просто сейчас... Вот был такой польский исследователь, я, если честно, его фамилию сейчас не вспомню, вот, но тем не менее, то есть вот когда вообще вся работа в интернете конкретного человека, то есть она анализируется, то есть составляется, в какой момент времени, что человек смотрит, что он ищет и так далее, то составляется определенно, но это работает в Америке, то есть в Соединенных Штатах Америки, это, ну, в том числе использовалось в избирательной кампании Дональда Трампа, когда по большому счету все взаимодействие человека с компьютером давало карту понимания, то есть у человека какие там склонности, даже там какую запрещенную видео он, допустим, смотрит, да, и исходя из этого формировались определенные тезисы избирательной кампании, когда Трамп, грубо говоря, одной аудитории говорит одно, там другая аудитория говорит другое, и третья, в зависимости от того, что конкретно ей заходит. И это работало, и, соответственно, человек сидит там, ему проигрывается реклама. Для одного пользователя проигрывается одна, для другого – другого, для третьего. В Украине это тоже, ну, как бы, эта технология, допустим, не применялась, но роль средств массовой информации, в том числе и социальных сетей, сейчас, безусловно, сильно возросла. Особенно различные там телеграм-каналы, вайбер-группы и так далее. Тобто ми більше таку діджиталізацію зараз заходимо. Ну, я бы не сказал, что это простейшее... так работает серьезно, как в Соединенных Штатах Америки. То есть в Украине это тоже работает, но когда там на различных форумах политконсультантов люди собираются, то мы пока что понимаем, что все-таки, учитывая просто даже демографический фактор в Украине и то количество людей, которое влияет на результаты выборов, да, это пенсионеры там и так далее, то все-таки сейчас еще больше, ну, как бы вот структурный подход. Если качественно поработать в поле, то есть создать структуру, вовлечь по максимуму людей, донести им информацию, ту, которую, как бы, во-первых, та, что соответствует логике избирателя, да, то есть его ожиданиям. Но это помогает определить социологию, определить уровень протестного потенциала. Да. Вообще, избирательная кампания, она строится по двум принципам. Центрирование на единичности, то есть если людям все по барабану, и тут высовывается человек, который, ну, супер-пупер идеальный, который вот этими своими особенностями, которые когда никто ничто не ждет, они все аккумулируются к нему. Либо центрирование на всеобщности. То есть вот мы можем взять последнюю кампанию, то есть вот был там Петр Алексеевич Порошенко, и вот он, что он там
единственный там супер-пупер вообще президент, и, соответственно, вот он единственный, кто спасет Украину. И рядом берем Зеленского, который вот это центрирование на всеобществе, когда у людей мощный протестный потенциал, человек не имеет отрицательного политического опыта, и, соответственно, вот он вобрал вот эти все тезисы, которые, ну, вот людей, ну, это называется горячие клавиши на профессиональном языке, то есть на что люди активно эмоционально реагировали. Они вот, команда Зеленского, вот это все дело вобрала и качественно эти реализовала на практике. Были просто, да, горячую. Но люди живые существа, и если в живую проблему тыкнуть пальцем, то ты много чего услышишь. То есть, и вот они это сделали, и поэтому Зеленский получил 73%. А ось таке питання. Нещодавно ми дізналися, що нас приблизно 37 мільйонів. Да. Деякі люди не погоджуються з цим. Але виникало питання, чому так довго не проводять перепис населення? І деякі казали, що, розумієте, якщо ми дізнаємося кількість людей, то тоді буде набагато складніше. Ну, я не впевнений, що це роблять. Ну, деякі люди кажуть, набагато складніше буде підтасовувати результати. От, якщо ми, наприклад, нас там 30 мільйонів, а ми скажемо, що нас 37, то тоді 7 мільйонів вони можуть гратися, ну, скажімо, це вже буде на відповідальності тої людини, яка буде підраховувати це все. Як ви вважаєте, це може бути таке, що дійсно нам спеціально не показували нашу кількість населення, чи це вже такі балачки та видумки? Я думаю, что проблему, скажем так, депопуляции вообще Украины, да, то есть того, что сокращается население, здесь, ну, не только какие-то политические причины, что вот население сокращается, нам это не публикуют, только чтобы сфальсифицировать. На самом деле сфальсифицировать, ну, даже если там вот на всех комиссиях везде будут фальсифицировать, то, ну, ты много не нафальсифицируешь. То есть вот тот разрыв, который был у Порошенко и у Зеленского, ты, ну, там 50% не нафальсифицируешь. То есть и поэтому я бы здесь не смотрел. Больше, наверное, эта информация не публикуется к тому. Я думаю, что в Украине сейчас, наверное, они учли тех людей, которые находятся за пределами, хотя они это отрицают. Но просто подумайте, за меньше, чем там 30 лет независимости, с 52 миллионов людей опустился популяция до 37, и, соответственно, ну, 15 миллионов где-то как бы вот дели. И вопрос, это по полмиллиона в год. Куда девается население? Кто его съел? В переносному смислі, звісно. Це страшне, страшне. Давайте повернемося до наших політиків. Я хотів би, на вашу думку, от, які політики у нас не потребують того, щоб до них, ну, щоб вони зверталися до політтехнолога, ну, тобто у них все гаразд. А у кого, а з ким треба попрацювати так, непогано попрацювати? Ну, я вам скажу, по состоянию на сегодняшний день нету вообще политиков или, скажем так, или серьезных партий, особенно те, которые там кандидаты в президенты, которые бы так или иначе не обращались бы к помощи политических технологов. То есть оно бывает просто иногда на уровне консультирования, то есть они могут точечно по конкретным ситуациям, по конкретным проблемам обращаться. А могут, может быть системная работа, но так, чтобы вот, вообще не было политтехнолога, я сам себе режиссер, ну, честно, в Украине это уже нет. То есть в этом плане до этого уже доросли. Вопрос просто, что насколько часто системно вот эта работа проводиться. Вот это вопрос совершенно другой. Як ви оцінюєте, наприклад, виступ як політтехнолог? Угу. Як ви оцінюєте, наприклад, виступ нашої делегації в Давосі? От взагалі. От, ну, от так от ви дивитесь і кажете, от тут нормально хлопці попрацювали. Чи навпаки? Ну, знаєте, ну, річ Зеленського, вони відзиваються, професіональна середа положительна. Значит, выступление премьер-министра Украины, что для того, чтобы у вас в Украине все было хорошо, сказать «Слава Украине, героям слава», вот, вот, ну, это, я думаю, что… Ты подсказал ему, скорше за все. Ну, ему подсказали, то есть это работает на внутренний рынок политический, то есть в Украине, но, честно, вот эти все вещи, они в мире вообще никого не интересуют. Людей интересует экономическая стабильность, людей интересует работа правоохранительной системы, людей интересует, чтобы работал институт права, конкретно и судебная система, вот эти вещи для того, чтобы, ну и в принципе, чтобы
Політика государства и тех, кто воплощает эту власть, была, собственно, последовательной. Для того, чтобы люди, придя сюда и вложив деньги, там, допустим, в зеленую энергетику, да, они, если там вот договорились на 30 лет, значит, вот государство костьми легло, но эту программу где-то как-то косвенно реализовало. Это я с позиции инвестора. То есть для того, чтобы человек пришел в свои деньги, он должен, Украина должна быть предсказуема, ее можно было просчитать, и ты знаешь, что твои права, как инвестора, будут защищены. Вот это больше, наверное, их интересует, чем какие-то вот там. Ну, а в цілому, як вони, на вашу думку, міжнародні наші партнери, як вони реагували на безпосередньо під час виступу представників України? Понимаете, во-первых, если взять просто даже чисто фотографии, да, вот, ну, как бы фото, видео, отзывы, то есть мы посмотрим просто количество занятых мест, ну, украинская делегация, оно, как говорится, мягко говоря, не максимальное, да, это говорит об определенном интересе. Если мы берем другие страны, да, которые там тоже были представлены, проводили и там и деловые завтраки, и все остальное, то есть мы можем увидеть вот именно там показатель интереса. То есть, ну, в Украине пока что все не слава богу, и над этим надо серьезно работать, при том абсолютно всем, и обществу прежде всего. Понимать, кого выдвигают, кого выбирают. Ну, то, а мы політехнологи в этом поможем. Ну, у нас, в принципі, якщо порівняти там під час виступу колишнього нашого президента, там теж не зовсім було багато. Це, ну, вони потім роблять фотошоп, да, і показують, як будто там просто прям весь мир. Вот это вообще такой большой миф, который опять-таки ориентирован на внутренний рынок, что весь мир как бы вот живет Украиной. Не понимая, что удельный вес, ну там возьмем Соединенные Штаты Америки. Если я не ошибаюсь, товарооборот в районе 20 миллиардов долларов. Что это такое для внешнеторгового оборота Соединенных Штатов? А у них четко идет привязка, политика привязывается к экономике. Где есть экономические интересы, там американцы вкладываются по максимуму. Где экономических интересов нет, постольку поскольку. То же самое взять там внешнеторговый оборот России, посмотреть, какой удельный вес Украины, тоже не будет вот прям вот весь мир жить одной Украиной. Но это миф. А, дивіться, тоді таке наступне і, мабуть, останнє питання. Якби, наприклад, вас наняли попрацювати політтехнологом, але для України, тобто які три речі ви би зробили, тобто порадили чи зробили для того, щоб Україна на міжнародному рівні була значно вища, ніж зараз? Тобто, щоб в Давосі у нас не було порожніх міст, щоб всі люди сиділи і уважно слухали, що каже наша делегація? Первое, что я скажу, вы сказали, вот поработать на Украину. На иностранное государство я не работал. То есть я, как говорится, в этом плане мои гражданские чувства, как говорится, в норме. Следующий момент. Что бы я сделал? То есть, по большому счету, в Украине должны появиться правила и должна появиться последовательность. Поэтому, по большому счету, с чего бы начал бы? С реформы правоохранительной системы, для того, чтобы нарушение закона преследовалось, наказывалось, и при том неотвратимо. То есть, что никакие обстоятельства тебе не помогут. Как в Израиле. Даже если ты там уровня министра, если ты нарушил закон, тебе все. Потом, значит, судебная система. У нас не должны люди в судах по полтора, по два года защищать свои права. То есть должно быть четко. Вот есть доказательная база одной стороны, другой стороны. И в соответствии с иерархией законов судья принимает решение. И избирательное у нас, правосудие у нас не должно быть избирательным. И по большому счету, то есть Украина должна чего? Прекратить заниматься популизмом и должна по большому счету начать, ну знаете, как говорится у нас, отвечать за базар. То есть если за что-то подписалось, она должна вот этот не имидж страны, с которой... Влады, да. Я разговаривал с определенными, в свое время общался с людьми при серьезных должностях, это уровня там замминистров других государств, вот, ну просто на деловых встречах. И они говорили о том, что проблема Украины в том, что здесь нет правил, здесь не с кем договариваться. Вот в этом реальная проблема. Должны появиться люди, с которыми есть о чем пожать руки. Если ты руки пожал, это выполняется. Вот это реально Украине бы сильно помогло. А не вот это бла-бла, которое неискоренимо просто. Добре. Дякую. Дякую за вашу думку, за вашу позицию. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування цікавимося думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Дивимось. Це ТВУ. Топ-блогери України. Украинская власть провела оценку численности населения в стране, и весь Facebook уже гудит об этом, поэтому предлагаю подробно разобраться, сколько нас, почему, как считали. Эта оценка, это не перепись, когда опрашивают каждого человека, нет. Георгий Иванович, он же Гога,
он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает. Здесь только Георгий Иванович. Это был анализ по косвенным факторам, например, запись в реестре избирателей, количество получателей пенсии, школьников, абонентов, мобильных операторов, активных и прочее. Преимущество такого метода оценки в том, что он дешевле. Недостатки – это, конечно, погрешность довольно-таки немаленькая, 2-3%. А также по этому методу нельзя вычислить ряд важных параметров. Этнический и языковой состав населения, образование, профессии, жилищные условия людей, внутреннюю миграцию и так далее. Но информация, тем не менее, очень важная. Население власть не считала этакие где-то с 2001 года. И давайте посмотрим, что у нас тут получилось. На данный момент в Украине проживает 37 289 тысяч человек. Это данные без учета жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Во время переписи населения в 2001 году эта цифра была намного больше, 48 457 тысяч человек. А в 1991 году украинцев было аж 52 миллиона. Помните такое? Нас 52 миллионы. То есть убыль населения страны за все годы независимости составляет порядка 15 миллионов. Из них 11 с прошлой переписи, то есть, по сути, за 18 лет минус 11. Угу. В среднем это потеря где-то в 535 тысяч человек в год. Один из главных факторов – это массовая миграция из Украины. В декабре Госкомстат опубликовал данные, согласно которым в Украине проживает около 42 миллионов человек. Однако государственная статистика учитывает лишь смерть и рождение. А вот эти вот подсчеты, которые проводил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, проводились на основе количество проживающих людей в стране. Разница между этими цифрами, Госкомстат 42 миллиона и вот эта вот презентованная Дубилетом цифра 36 миллионов, разница, ну, в 5 миллионов. Это и можно считать количеством уехавших на длительный период людей из страны. И эти данные сегодня подтвердил как раз и Дмитрий Дубилет. Можно также прикинуть, сколько было бы в стране людей, не потеряя бы Украина, Крым и часть территории Донбасса. В 2013 году Донецкая область насчитывала 4 356 тысяч человек. По новым данным Кабмина 1 981 тысяча. Разница в 2 375 тысяч человек. В Луганской области на начало 2014 года жили 2 239 тысяч человек. По нынешней же оценке, опубликованной сегодня, 1 127 тысяч. Разница в 1 112 тысяч. Ну и в принципе тут есть табличка, где можно посмотреть, сколько в области проживает человек. Женщин все-таки больше. Окей. Население Крыма в 2013 году составляло почти 2 миллиона человек, согласно данным Госкомстата Украины. Итого, на потери территории в результате событий на юго-востоке Украины можно отнести где-то 5 миллионов и 500 тысяч человек. Таким образом, начиная с прошлой переписи, Украина лишилась 11 миллионов своих граждан. А если исключить из этого уравнения Крым и Донбасс, то естественная убыль населения за эти годы тоже составила 5,5 миллионов человек. То есть не будь бы событий в Крыму и на Донбассе, то сейчас было бы 43 миллиона украинцев. Или даже больше, если представить, что не было бы падение экономики, обвала курса гривны, Майдана и войны. Какой можно сделать вывод из имеющихся данных и вот такой вот ситуации? О том, что миграция катастрофически влияет на экономику нашей страны, трудоспособного населения,
менее половины, а по сути государство живет за налоги, которые платит трудоспособное население. Также от налогов зависит и пенсионные выплаты, и социальная помощь гражданам. И получается, что нагрузка колоссальная на самом деле на трудоспособное население. И люди, особенно молодые, не видя перспектив и соответствующего отклика по заработным платам, они, ну, достаточно низкие, едут искать лучшую жизнь в других странах, где получают на порядок больше, при этом имея намного лучшие условия для проживания, включая там инфраструктуру других стран, медицину и прочее. И опять же таки мы попадаем в замкнутый круг: война, экономика, инвестиции, рабочие места, социальные блага для населения. Никто этим особо не занимается, поэтому вот маємо те, що маємо. Тут немає табу. Костянтин, дуже дякую за те, що були у нас сьогодні в програмі, за цю розвернуту і, ну, в принципі, я все зрозумів. Я не знаю, як наші телеглядачі, мені все дуже сподобалось. Я сподіваюся, ми ще не раз з вами зустрінемося тут. Спасибо, що пригласили. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ, про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.